какие, коллеги, предложения по кандидатурам? Я по-прежнему предлагаю кандидатуру Зыкова Виктора Константиновича, Мачихина Сергея Михайловича и Вавилова Ирины Владимировны. Еще предложение. Кузнецов Дмитрий Сергеевич. Еще раз. Кузнецов Дмитрий Сергеевич. Кузнецов Дмитрий Сергеевич. Угу. Еще. Значит, предложено 4 кандидатуры. Состав конкурсной комиссии. За каждую кандидатуру голосуем отдельно. Начинаем голосование. Кандидатура Зыкова Виктора Константиновича. Предлагаю голосовать. Решение считает принятым, если за него проголосовало большинство числа депутатов, присутствующих на комиссии. За 8. Решение принято. Кандидатура Мачихина Сергея Михайловича. Предлагаю голосовать. Повторяю, что решение считается принятым, если за него проголосовало большинство числа депутатов присутствующих. За 9. Решение принято. Кандидатура Вавилова Ирины Владимировны. Предлагаю голосовать. Решение принято. И... Так, кандидатура Кузнецова Дмитрий Сергеевич. Предлагаю голосовать. Против 7, за 3. Решение не принято. Так. Таким образом, да, по результатам проведенного голосования в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Ачинска включаются следующие кандидаты. Мачихин Сергей Михайлович, Вавилова Ирина Владимировна и Зыков Виктор Константинович.